Привет, привет, ребята, да, будем играть. Сегодня 50 попыточек, чтобы опустошить этот автоматик. А то тут была загрузочка. И мы решили его чуть-чуть почистить. У нас есть 50 попыток на это дело. Давай, пока столько хватит. А я вам пока покажу игрушечки. Пикачу, корова. Там он крокодильчик зеленый, дочь его тащит. Сейчас я вам отсюда покажу, вот он крокодильчик. И там он волк еще прикольно лежит, серенький, идите. Нам пока интересна голова вот этой коровы. У нас такой нет, вообще прикольная какая-то. Мы хотим ее достать. Ну, давай, держи. Эх, почти. Почти это сделали. Дочь, он скачет, дыреет. Погода хорошая. Нагулялись сегодня. Ну, держи. Эх. Так вроде берет хорошо, а потом кидель. Ну, давай, все, наше есть. Покажи-ка нам. Так, первая такая вот коровка прикольная. Играем дальше. Что дальше? Пику-пику достаем. Пика-пика пошли. Цель точка Е. Точка это. Почистим чуть-чуть аппаратик. Раз его загрузили, можно чуть-чуть избавить его от игрушечки. Вот и пика-пика наш. Показывай. Вот такая пика-пика. Так, теперь я играю. А я сейчас докину монеток. Это у нас ушло 7 попыток, ребят. 7 попыток, 2 игрушки. Ну, по-моему, неплохо. Ой, монетку уронил. Давай, поднимай. Я хочу того серого волка. Он мне нравится. Прикольный такой. Чик. Он прикольненький, да, у него глазки вышиты. Обычно им клеят глазки, а тут глазки вышиты. Такой приколдес. Ой, козявку какую-то оранжевую достал. Так, волк, пошли. Ну давай тоже. Вылазь, это будет печально, если он в яму упадет. Мы его уже оттуда не достанем. Все, давай наш. Не, мышка, давай я его додергаю. Я боюсь, что он туда опять свалится. А я бы этого не хотел. Тут посмотри, а. Блин, на-ка, мама, ты его. Дочь, стой, врежешься, да. Подпортила ты чуть-чуть маме картинку. Это чтобы ты не видел. Ну такой приколдесский волк. С голубыми глазками. Смотри, какой он засел. Ну вылазит. Пика-пика. Как погода, ребят, как настроение у вас? У нас отлично. Крутит, вертит? Да. Попыточки кончились? Да. Дай-ка я еще закину. У нас еще много монеток? Ну, пока попытки есть. Пока играем. Хотели бы, конечно, еще и этого достать. Какого? Крокодилового. Ну, он такой здоровый. Можем и не достать мы его. Дай маме, маме, с раскачки поиграй. То у меня рука занята, или камеру подержи. Давай, ну, вылазь ты уже. Попробуй сейчас не раскачивать. Ты смотри, она сидит, смотрит на меня. Товарищ, выходите. Товарищ, выходите. Надо... Дай-ка я попробую. Может, он хочет, чтобы я его достал. Подержи. Чик. Передали камеру. Ой-ой-ой, это я поспешил. Ну ладно. Лёх, он хорошо. Да ты посмотри, ну. Слушай, он меня начинает злить. Он меня начинает злить. Так, ноль попыток. Опять закидываю монетки. Подожди, дочь, надо его достать.
что, у него игра? Или... Давайте попробуем крокодила. Да, он вообще не подъемный. Давайте еще раз крокодила. Не, я боюсь, мы его даже не поднимем. Если этого не уберешь, то не выиграешь. Давай, дружный, ты посмотри. Давай, вылазь уже. Ты не приклеился, блин. Рядом с лузой лежит. И ни в какую. Ладно. Сыграть-то. Давай еще одного пику достанем потом. Что-то я вообще. На, играй. Сегодня не мой день. Я лучше буду сегодня снимать. Там он мишка еще белый-черный такой прикольный. Вот у волк хитро, а? Улегся. Неужели мы только две игрушки достанем за 50 попыток, а, ребят? Ой-ой-ой-ой-ой. В ямку. Давай, мам, ты. А, монетку. Видишь, как надо играть? Монетки кончаются. Визу я как надо играть. Визу я, что он в яму упал. Нормально упал. Нормально упал. О. Вот сейчас более-менее, сейчас должны взять его. Сейчас мы его должны выдернуть. Да, все, это он. Все, значит, будем играть во что-то другое. Не хочет волк к нам привалять? Нет, Веленька, мы будем играть тут. У нас 50 попыток в этом автомате. Может, черного, черного мишку тоже не достать. Пика-пика. Достанем второго пику-пику. Потом выбегай, купи ему. Да, Эвелинка, убери, несу. Оно ж не видно, как пику-пику мама выигрывает. Ну, пика-пика легкий, должен взять его. Вот. Это ж цирк какой-то. Все, ребят, последние наши попытки. Нет, мы будем играть тут, дочь. 50 попыток тут. Все, закидываю последние монетки. 10 попыточек у нас. Я надеюсь, мы еще все-таки что-то выиграем. Вообще, ну это интересные настройки, как так сделали. Вроде держит, а вроде не держит. Давай ты. А то ты что-то мало сегодня вот, поиграла. Вот. Не, подожди. Пика-пика. Вон, давай. Скользко. Ты куда, в крокодила? Да. Он тяжеленный миш. Его вообще даже не приподнимает. Нет. 50 попыток мы играем в этом автоматике. Все, давай. 5 попыточек осталось у нас. Нет. Надо хоть пику-пику достать. Ну. Вообще жесть. Вообще жесть. Ну наконец додергали. Второго пику-пику. А теперь у нас два. Одного мы обязательно подарим кому-нибудь. Так, 3 попытки, ребят. 3 попытки. Во что играть за 3 попытки? Я попробую в этого белого мишку. Там он лежит, бело-черный. И отдам маме, пускай она доигрывает. Не, давай, мама, ты кого хочешь? Хочешь, он? Розовая попа какая-то торчит. В цыпы? Мама решила в цыпу. И цыпа идет к нам. Что, в этом нормально, а в том нет? Чика. Чупчик. Розовый. Давай, твоя здесь последняя. Мишку, да, коричневого. Какого мишку? Где мишка? Коричневый. А, вон, мишка коричневый, точно, ребят. Чик. Чик. Ох, это было близко. Ну, все, ребят, попыточки кончились.
50 штук улетело. Давайте прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь, жмите колокольчик, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. Да, ребята, пока-пока. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Будем снимать и дальше прикольные ролики. Пока-пока.